Если без кармана пачка. Да ладно! Да ладно! Нет, не могу я так! Приветствую вас на моем канале Хижина Музыкант. Меня зовут Раиль Арсланов. Сейчас будет рубрика «Баянист» в чат-рулетке, но данный выпуск я снял еще несколько месяцев назад, поэтому там будут, к сожалению, пока что еще старые мелодии. Но вы не беспокойтесь, новые я уже разучил. Досмотрите видео до конца. Погнали! Woo. Hi, boy. Yeah. Hi. What are you doing? Play guitar? Yep. And do you know this instrument? What is that, bro? It's accordion, like accordion. Oh. I can play for you some music. Thank you. Can you play? I'm newbie. Bro, I know this music. It's Sadness and Sorrow from anime. I played it's two. Эту мелодию, ребята, я тоже играл когда-то на своем старом канале. Можете послушать. Очень прекрасная мелодия. Can you play this guitar? Yes, but I want to play you one music from anime on баян, accordion. Сейчас. Play it. Do you know this music? No? No, I don't know. Ребята, у меня есть классная новость. Наконец-то я запустил собственное приложение для смартфонов под названием «Хижина музыканта». Пока что оно доступно только на iOS. Приложение научит вас, внимание, петь и играть одновременно. Чему вас не научит любое другое приложение или видеокурс в интернете. В основном учит играть и петь по отдельности, а потом уже сам соединяй, как хочешь, эти два навыка. Пройдя 5 этапов, уделяя этому всего лишь 20 минут в день, вы сможете наконец-то сыграть свою любимую песню очень скоро. И вообще, Хижина Музыканта — это уже цельный бренд, большая семья. А давайте попробуем пульнуть это приложение в топ-1 среди всех образовательных приложений. Мы сможем. Ссылочка в описании, на андроиде появится очень скоро, поэтому ждите. Погнали дальше. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ты очень красивый. О, спасибо. Thank you. Do you know Russian language? Little. Do you know this instrument? No. Do you know this music instrument? Yes, I know. Please play. Can you play? A little bit. Don't very well. Don't skip, please. Okay. 1 minute.
Do you like it? I like it. I like very, very like. Oh my god. Do you know this melody? No. But I like. You have Instagram? Yes. Can you find? Okay. Rylers Lado. Yes. Coba. Rylers. We need. Oh my god. What? Is it you? Yes. Okay. Wow. Don't forget follow with me. Okay. Oh, okay. Thank you. Yeah. You have a channel YouTube? Yes. One million subscribers. Wow. Good job. Let's. Oh my god. It's really. Oh my god. I'm so happy for you. Thank you. Наша Раша. Знаешь, одну. А еще освежусь. Where are you from? Росла. Пошел. Окей. I have a Russian song for you. По-английски разговариваю. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной незнакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Но если из кармана пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Да ладно. Да ладно! Че с тобой? Подожди. Нет, не могу я так. Раиль, господи, боже мой. Ну, привет. У меня сейчас сядет телефон. Подожди, пожалуйста, у меня. Уходи. Ладно. Слушай, так в смысле, ты понял, кто я? Нет. Блин, помнишь, я та девочка маленькая, тупая, короче, которая к тебе добавила друзья, потом удалила тебя из друзей. Да нет, что-то не помню уже. Короче, я тебе еще писала. Такая, типа, блин, я тебя удалила из друзей, ты такой, ну вот, не поступайте, как она. Да. Блин, господи, я помню, как я просто с 17-го года просто тебя смотрела. Я гитару купила, знаешь, как у меня гитару зовут? Как я называла как? Гитару? Как? Раиля. В натуре, девочка, ничего себе. Серьезно, Раиля, типа, девочка. Приятно. Неожиданно, ты первая, кто это сделал. Да серьезно, ну блин, я так... Ну блин, я в тебя влюблена была, ну что? Ха, приятно. А потом решила удалиться и забыть про канал. Да я, знаешь что, я же была тупая, я типа удалила всех из друзей, потому что у меня парень появился. А потом я такая добавляюсь, ты не добавляешь, я такая. Ладно, дурак. Нет, блин, запись. Я не знала, что я буду так реагировать. Ну мне приятно, чё уж. Могу для тебя сыграть что-нибудь. Ты каждый раз такая реакция, мне кажется, уже. Давай, играй, давай. Не каждый раз. Давай. Чё сыграть? Давай татарскую мелодию, хочешь? Что ты хочешь. С битбоксом попробуй. Давай.
Ты тут, нет? Да, да. Напишите в комментариях, какая реакция вам понравилась больше всего. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!